Всем-всем привет! Сегодня опять распаковка, но с Пятерочки. Вовчик. Ага, сейчас покажу свою коллекцию. Короче, зашла в магазин. Зашла в магазин зачем? Чтобы взять молока, хлеба, все. Ну, потом пока шла по магазину и такая подумала, блин, не приготовит ли мне окрошку? Я как раз вчера смотрела в Инстаграме, там одна девчонка, она окрошку готовила. И заправляла ее минералкой и с кефиром, все это смешивала. Я ни разу так не пробовала. Думаю, сделать что ли. Здесь у меня варится мясо, свинина сегодня мама привезла. Это вчерашняя гречка, печень. Ну, это кому интересно, конечно, что я вчера готовила. Давай, Вовка, рассказывай. Знаете, в Пятерочке такая вот вещь продается. Кто знает? Тот знает. Вот вся моя коллекция. Сейчас покажу ее. Вот раз. Вот два. Вот три. Это тоже Пятерка, если что. Кто там будет писать, что он опять лезет 4, на камеру? 4, 5. Ой, сейчас попробую. Так, ну пока Вовчик собирается, тут показывает 6. Вам. Это первая собака, которая в космосе. Чек, распаковка, чек. 7. 1210 рублей. Еще я заходила в Юстор. И вот еще. Там взяла колбасы 189 рублей, по-моему. И редис на 50 рублей. Ты что, вообще, он уже катается в коробке, совсем уже озверел. Тебе опять надо охладить, наверное. Охладим его вот таким вот образом. Взяла лавровый лист, две штуки, Пятерка. Ой, я его сейчас сварю точно. Я его сейчас реально сварю, отвечаю. Сковородку запускай. Угу. По 10 рублей. Так, приправа для мяса. Приправа для мяса 6 рублей. Две штуки тоже взяла. 10. Приправа для курицы тоже 6 рублей. Перец черный. Знаешь, что вот 8 это, рублей. Вот эта вот штука, знаешь, для чего? Для чего? Когда ты режешь колбасу, за нее нужно вот так крутить, и вся эта упаковка будет слезать вроде. Ты откуда знаешь? Я тебя увидел. Я вот даже никогда в жизни не знала. Да? Я помню, что раньше предъявляли за эту хрень, чтобы ее не взвешивали в магазинах. Это я помню. Это зачем? Ну, типа, она весит тут 5 грамм. И за 5 грамм переплачиваем. Колбаса, Калинка. Фарш. Буду делать чебуреки. Господи, я сегодня столько собираюсь делать. Чебуреки. Окрошку. Что-то еще хотела. Ладно, сейчас помню. Амандемс 60 рублей. Подожди, сколько? M&M's. 58 рублей. Угу. Да? Все, он меня бьет. 58 рублей, правильно, Вовка. Молодец, не голова, а дом советов. Я даже руки, кстати, не помыла. Не голова, а магазин. Пятерочка. Редиска, 50 рублей. Ты что дерешься со мной, ты? Драться хочешь, что ли? Я тебя, бандитос. Смотри на него, как черт. У меня не голова, а пятерочка. А, вот эти еще взяла, да. Угу. Знаю цену себе. 11 рублей в истории. Яйца, сотка. Красная цена. Кефир. Полевское кефир. Что? Нет, все равно уже здесь, а. Где это? Надо так, котенок. Снежок я буду пить. Вот. Да. Хотела цену назвать. Так. Вот, снежок. Мам. Мама. Там камера отзеркаливает. 40 рублей. Смотри, тут камера отзеркаливает, да? Угу. И нужно переворачивать молоко вот так вот. А где снежок? Что я вообще ничего не понимаю. А что это шарай, что ли? Дай-ка посмотреть. Как ты вообще это понимать? Молоко 67 рублей. А вот снежок, 54 рубля. Хватит меня бить уже, сколько можно, что такое? Ты что тут устроил-то опять? Охладить тебя надо, что ли, а? Ты опять горяч. Погорячился. Опять горячишься тут. И мои любимые. Так, Вовкины любимые печенья. Посиделки на 80 рублей. Нет, тут смотри, что бьет и бьет меня. Ты что, пакость, а? Мороженое, короче, какое-то мороженое 70 рублей стоит. На, кстати, убери быстренько. Нейчурал. Хлеб вкусный. Ну, что, 35 рублей. Горчица, да. Горчица.
не горячительно. Мандарины по 140 рублей. Молоко 67 рублей. Луковица. Так, это луковица мы вытаскиваем. Так, где вот второй огурец? А вот огурцы. Сколько они стоят? Сейчас скажу. 160 рублей килограмм. И картошка. Ну, картошку не вытаскиваем, а по 20 рублей килограмм. Да, по 20 рублей килограмм. Итого. Тут получается 1200 и 200 рублей и 100. Ну, короче, полтора косаря. Точно. Газированная минералка, буду бодяжить. А крошку буду делать. А, анигири еще взяла. Вот, я сейчас съем анигири. И чуть будет. Мы, короче, поехали, положили деньги на карту, там отправили, куда нужно. И поехали на автомойку. Думали, время еще 2 часа. И время еще есть, типа все на работе, мы на автомойку поедем. Приезжаем на автомойку, там 7 машин стоят. 7? Уже 7. Все растет с геометрической прогрессией. Было 3. 4 было. Да, было 4. Это я так преувеличила чуть-чуть. А ты вот уже это внимание обращаешь. Мам, ты говорила там 4 машины, то есть час значит сидеть, а тут резко 7 машин, что 7 часов там сидеть? Да. Ну и короче, мы не стали ждать. Получается, завтра с утра поеду, как раз, я думаю, никого не будет. Там 4 машины. Ой, смотрите, у меня тут вместо конфет. Помните, да, раньше в этой вазочке лежали у меня конфеты. Сейчас у меня тут лежат витаминки. Коллаген. Кстати, вот этот коллаген не буду больше брать. Почему? Потому что его нужно пить по 5 капсул. Я не могу их глотать. Я их вообще прям настраиваюсь очень долго. Для меня это вообще очень тяжело. По 5 штук глотать, прикиньте. Это для чего? Ну, коллаген этот. Для сосудов, говорю, для суставов, для костей, для всего. Для всех витамин? Нет, витамин С тоже пью. Да, не то, что пью, мы все пьем. Рыбий жир, аскорбутин. Ну, это Вове в основном. Видно, не видно? Аскорбутинка отсвечивает. Йодоминералы, йодомарин. Расторопша, печень восстанавливаем после выходных. И витамин Д. Короче, будни на БАДах сидим, выходные на кочерге, блин, да? Выходные на кочерге, будни лечимся, оздоравливаемся, то бишь. Ты почему ее пьешь? Эй, ты, морда лица. Где этот кот? Наоборот. Кот где? Проследи за ним. О, вот он. А, ну ладно. Да не этот. Смотри, чтобы он туда не ходил, он опять туда идет. Зачем? Куда? За диван. На улице сегодня вообще такая погода классная, с утра вообще солнце светило, немножко подсохло, сейчас 13 градусов, я еще такая надела куртку толстую. Чуть на жир. Ну, это вчера уронили. Кофту еще надела. Видишь, котенок, понюхай. Кофту, говорю, куртку теплую надела, и короче, жарко. Котенок ее что, есть хочет? Да ничего не хочет. Вот эту котенку не хочет. Облизываю даже. Так, ну что ж, ребятки, котятки, буду готовить. Котятки? Угу. Иди какая. Колбаса, вязанка. Где колбаса? А, нет, она не такая. Сначала вязанку хотела взять. В пятерке положила вязанку. Она мне говорит, у вас акция 1+1. Я говорю, да там не было акции 1+1. Там просто была красная цена. Типа с карты пятерочки. Ну, отказалась от нее, заехала в Юсторг. Так что вот, такие делишки. Да. Заканчивай. С вами был я, Вова. Мама, ставьте лайки. Сейчас еще кучу покажу. Еще одного человечка. О, цирк сейчас будет. Цирк с конями. Смотрите, как ему хорошо. Ага, лежит. Не подозревает. Что, как себе? Нормально? Не подозревает, что сейчас будет. Тебе нормально лежать здесь? Драться опять хочешь? А? Драться хочет. Пустите, этот хочет. Котопёс. Ты бандюк. Такой бандюк прям, такой, как игрушка, мягкий такой, так охота тебя жамкать, доводить тебя до истерики. Все, давай. Ну все, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик. Все сказал? Ага. Давай. Пока.